Всем привет, вы на канале Вечное Лето, и в этом выпуске мы с вами будем переезжать в новую квартиру. Мы покажем весь процесс, как это будет происходить, сколько у нас вещей, ну и все прочее. На 30 сколько хлама. Мы приехали в Таиланд с одним чемоданом. С одним! А вот это уже все как-то размножилось. Блин, особо-то ничего не покупали. В общем, собираем вещи. Вот сейчас у нас такой бардак здесь. Надеюсь, быстро переедем, и друзья помогут перетащить вещи, потому что у нас их уже что-то дофига. Уже переставили все, как было раньше. Поставили диван на свое место. Белье сняли. В общем, собираемся полным ходом. Мы собираемся уже часа три, наверное. Вот столько у нас сумок набралось. Все разбросано, раскидано. Я уже упаковал много пакетов. Я попросил Лешу, чтобы он заказал нам коляску, байк с коляской. И мы все это стараемся увезти. Все это уже разобрала холодильник и убирает на балконе. Мы сейчас идем менять белье, чтобы новые жильцы спали на чистом белье. Это будет стоить где-то 100-200 бат. Еще скажем, чтобы посылки нам отдавали в руки, а не в номер относили. В общем, белье поменяли, вот теперь оно такое чистенькое. Сейчас мы занимаемся заправкой постели, уже одели под подушники. Сейчас будем одевать пододеяльники. Вот свалка наших вещей. Продолжаем все перемещать с одного угла на другой. И здесь лежит электроника, там всякие сковородки, всякая ерунда. На балконе уже все чистенько, там уже все убрали, помыли полы. Светик домывает полы, чтобы здесь было все чисто. Я уже начал выносить вещи в коридор. Здесь еще стол будет самое сложное вести. И вот обруч с этим тоже неудобно на байке вести, но я думаю, как-нибудь довезем. Вот и все. Номер чистый. Все вещи мы вынесли. Сейчас я покажу, сколько у нас вещей. Вот здесь вот пакеты стоят. Потом с этой стороны целая куча. Стол, хуахуп. Здесь, кстати, пистолеты с сункрана остались. И вот здесь сумки. В общем, мы решили снять тук-тук, арендовать, там он будет стоить бат 200-300, и все вещи перевести на нем. Часть вещей мы уже перенесли. Вот новый байк Лёши с Леной. Купили себе мотоцикл классный. Лёша поехал снять тук. Сейчас он приедет с ним, а мы пока здесь с вещами его подождем. Улетел. Ну вот и все, друзья, выходим из нашего номера, выключаем свет, забираем ключ и закрываем дверь. Вносим последние вещи. Леша уже снял тук. 250 тоже. Класс вообще. Света свой обруч несет. Ау! Я говорю аккуратно. Хорошо, я обутый. Такс, вот наш тук. Вещи уже загружаются. Нам останется просто сесть и доехать. Да. Я видел. Так, вот смотрите, тук-тук. Мы загрузили все, и места еще дофига просто. Вот здесь один ехать, наверное, ты хочешь. А я на байке поеду, Свет езжай. Там еще внутри есть место. Держать ты должен. А, держать, Свет, ты залази. В общем, мы уже сели на байке, Света поедет в туке. Я показал адрес, куда ехать. И все, мы едем отвозить наши вещи в новое жилье. Охранник говорит, а почему бы вам не заехать внутрь и уже там не разгружать вещи? А мы подумали, а правда действительно. Вот сейчас заезжаем под здание и подгоним тук прямо к лифту. Надеюсь, мы не застрянем. Да, вещей, ну фига вещей в принципе. Друзья сказали, подъедут попозже, у них там свои дела, но я думаю, мы, в принципе, без них сможем все перетаскать. Нормально будет. Так, езжаем. Так, вот здесь он не заденет лампу. Окей, thank you. Мы выгрузили все вещи, уезжает тук, который мы наняли. Заплатили всего 250 бат. Я считаю, это очень хорошая цена. Мы перенесли вещи к лифту, и как ни удивительно, нас уже и здесь узнали. Нас сейчас просто везде узнают, что «О, звезды Ютуба, мы как раз ваш видео недавно смотрели». Что, переезжайте к нам, говорит? Да, к вам. Ну, говорит, круто, прикольно.
что мне нравится в этих лифтах современных, то, что у них есть кнопочка hold, нажал, и все. Двери не закрываются, пока ты не нажмешь отменить как бы блокировку. Мы начали загружать все в лифт. Надеемся, то, что все залезет за один раз. Мы все загрузили, все поместилось. Так что все отлично. За раз все уедем. У нас 4-й этаж, но лифт работать не будет. Нам нужно вот этот вот ключик. Вот сюда вот. И теперь можно нажимать на этаж. Все, закрываем дверь, нажимаем наш этаж и поехали. Мы уже начали таскать вещи до нашей квартиры. И мужчина сидел на этаже вот здесь вот и предложил нам помочь. Но я говорю, ну да, давайте помогите, классно будет. В общем, мы уже перенесли вещи от лифта до нашей квартиры. И в следующем видео мы сделаем ее обзор. А на этом у нас все. Как видите, переезд из квартиры в квартиру не сложен. Нанимать стук, да и таскать вещи. Так что в этом ничего страшного нет. А на этом у нас все. Спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До новых встреч. Пока.